На улицах города Рени проводится ямочный ремонт дорог. Аналогичные работы идут и в селах ренийской громады. Большей частью на латке используется асфальт, но некоторые дороги планируется выложить плиткой. Именно таким будет участок улицы Госпитальной от Вознесенской до улицы 28 июня. У нас из брусчатки в этом году будут межквартальные, кварталы. Это Кишиневская, Маяковского, Госпитальная. Да, по-моему, вот эти улицы у нас будут выложены из плитки. Почему плитка? Плитка восьмерка. Мы уже в прошлом году попытались, мы сделали в Лиманском и в Рене одну улицу. Они показали себя очень достойно. Изучали мы опыт других громад, которые тоже переходят на... дороги из плитки. Это практично. В чем? Во-первых, мы меняли везде водопроводы и там положили плитку. Но если, допустим, завтра нужна человеку врезка, мы разобрали плитку, врезались в этот новый водопровод и положили. И все это мы, громада может своими силами это все делать. То есть цена одинаковая. Обязательное условие перед ремонтом дороги на той или иной улице – это замена водопровода. В прошлом году где-то 3 обрыва было. 3 прорыва. И решили заменить. Трубу полностью поменяли, которая 60 или 70 лет. Поставили пластмассу и подсоединили все дома. Все. Дорого ли обходится строительство ямы с точкой учета? Яма, сейчас вам скажу, в среднем где-то 2600. Не считая материала. Только так. Сперва труба, потом труба. Точки учета выносятся на улицу для всех жителей. Хотят новую улицу, значит, точки учета. В городе Рени и селах ренийской громады еще очень много дорог нуждаются в ремонте. Много жителей возмущается. Должны понимать, что не все это можно сразу сделать. Следующий год тоже будем делать. Мы 2 года не делали ямочного ремонта. Обходили своими силами, где-то подсыпали. Поэтому сэкономили немножко денег. Вы видели, что улицы делали на Балканах, в других местах. Сейчас тоже, думаю, сэкономим. 2 года не будем в городе делать ямочный ремонт, а будем на окраинах делать уже другие улицы. И я думаю, что будут улицы из плитки. И жители должны не забывать, что Рени – это не только Рени, это ренийская громада. У нас есть еще 7 сел, которые точно так же полноправные члены нашей громады, они имеют право на... Поэтому ямочный ремонт будет и по селам. Чтобы вы понимали, городской совет, все специалисты постоянно работают на пополнение бюджета. И в то же время, что, будем так говорить, порт выплатил все долги, мы экономили деньги, допустим, блокпост сделали мы своими силами, мы не тратили. Много вещей мы делали своими силами, мы старались каждую копеечку сберечь. Вопросов много, но мы их всех постараемся преодолеть.